По данным следствия, в декабре 2018 года между главой администрации поселка Ленёво и директором организации, занимающейся строительством, был подписан муниципальный контракт на выполнение работ по строительству тепловых сетей стоимостью свыше 5 миллионов рублей. При производстве строительных работ фигуранты по делу договорились не выполнять некоторые ее виды, а также произвести замену материалов, указанных в проектно-сметной документации, на более дешевые по цене, без изменения цены муниципального контракта в сторону уменьшения и, соответственно, размера оплаты по нему, а затем составить несоответствующую документацию о надлежащем исполнении организацией всех работ. Директор подрядной организации вместе с бывшим заместителем главы администрации Ленёво, обязанным согласно должностной инструкции контролировать реализацию контракта, исполнили мошенническую схему. После этого глава администрации на основании подписанного акта о приемке выполненных работ подписал платежные поручения о перечислении денежных средств по цене муниципального контракта. В дальнейшем обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, распорядились денежными средствами в размере свыше 3 миллионов рублей по своему усмотрению. Таким образом, в результате преступных действий фигурантов по делу администрации муниципального образования рабочего поселка Ленёво из Искитимского района Новосибирской области причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.